Море, солнце и чайки над волной. Но кто не согласится пожить на теплом побережье? Многие платят за это большие деньги, но для жителей курортов такая роскошь у самых ног. Мне вот удобно все. Я люблю ходить, притом я в Табанабалке, и здесь для меня как бы нет затруднений, хотя мне уже под 70. Город мне очень нравится. Идеальный город. Хорошо. Идеальное место для детей. Летом море, солнце, зимой вообще красота и народу нет. Жители Анапы расхваливают родной город не только за приятный климат, но и за чистоту, безопасность и с десяток других критериев. И практически по всем город получил высокую оценку. Неудивительно, что именно Анапа заняла первое место в рейтинге 10 лучших городов России. Неофициальный список составили специалисты на основании живого опроса более 250 тысяч человек. Граждане оценивали чистоту, экологию, качество работы коммунальных служб, инфраструктуру для детей и многое другое. Среди 250 населенных пунктов России в топ попали также Грозный, Дубна, Сосновый Бор, Геленджик.